Конкурс «Вожатый года» собрал участников с разных уголков республики. Конкурсанты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования и вожатые. Одно из основных требований конкурсанту – это стаж работы не менее 2 лет. На разных этапах конкурса участникам предстоит соревноваться в педагогическом мастерстве, находчивости и оригинальности мышления. Победитель конкурса будет рекомендован к участию во всероссийском конкурсе «Воспитать человека». Подготовка была очень такая длительная, и материал собирал. Вроде стаж работы большой, а как это представить, рассказать о своей деятельности, сложновато было, оказывается, выяснилось в ходе работы. Ну, я думаю, что вот сегодня мы познакомимся с самыми такими лучшими из лучших вожатыми республики и увидим их работу в каждом районе, как ведут они свою работу, как работают с детьми, как вообще сами могут представить работу именно комиссии.